Всем привет! Сегодня соберем Squeak Mylong вторую версию. И начнем со стыковки вот этих вот элементов. В первую очередь будем стыковать те элементы, которые вот так вот торчат. Состыковали и повернули. Не зацикливаемся на каком-то одном цвете, то, что видим. То есть такое. Ну вот смотрите, вот эту вот детальку вот сюда бы перебросить. Для этого мы ее опускаем вниз таким проворотом. Потом делаем проворот вправо и подняли. Вот она. Вот синюю мы сейчас перебросим за место белой. Опускаем ее вниз. Делаем проворот справа и так поднимаем. Так, ну вот зеленые мы не можем ни отсюда поставить сюда. Поэтому мы просто перебросим на другую сторону. Так, отсюда она пойдет сюда. Да, это нам не подходит. Так, ладно. Вот этот желтый поставить вот сюда нужно. Опускаем вниз. Поворот вправо. Так, ну я предпочитаю, если вот стоят в таком положении, то есть они как бы не торчат. Если у вас есть две пары таких, вот.
просто сразу их развернуть, так легче будет собирать. Вот этот оранжевый вот сюда. Опускаем его вниз, вправо. Видите, опять она опустилась. Мы ее потом развернем с чем-нибудь. Так, вот зеленый. Отсюда мы не сможем перебросить. Мы поставим его на какую-нибудь другую сторону. Вот, и теперь развернем. Вот, желтую поставим вот сюда. Опускаем вниз. Вправо и назад. Так, с этих сторон мы не можем поставить сюда, перекинем на другую сторону. И вот теперь мы красный поставим вот сюда. Опускаем вниз, вправо и вот так. Синий вот сюда. Опускаем вниз, вправо и подставляем. Перебрасываем на другую сторону, потому что отсюда мы не поставим. Вот белый. Так, значит, вот у нас не собранное. И вот. Сейчас мы их как-нибудь вместе состыкуем. Так, перебросим на другую сторону. Поднимем вот сюда, вот опустили, вправо подняли, и вот в таком положении мы их пока оставим. Как нам тут поступить? Обменять просто. Вот. Может возникнуть другая ситуация. Может возникнуть такая ситуация, вот у вас одна собранная парочка вот стоит, так, все уже собрано и обменять не с чем. Для этого нам нужно вот в этом поворотном ряду поставить, чтобы и тут был такой же цвет. У нас красный, значит красный, и вот здесь. И... такими простыми движениями. Тут интуитивно. Если у вас попадется, вы сразу разберетесь. Ничего сложного. Ставим на один ряд. Три одинаковых цвета.
Ну и теперь будем ставить эти дольки на свои места. Не зацикливаемся там сначала белый, потом желтый или какой. Что видим, то и ставим. Простыми поворотами. Что первое на глаз попадается вам? Так будет быстрее просто. Так, ну вот белое тут, а тут зеленое. Мы вот через это вот сделаем. Обменяем с этим. Это с этим. И здесь вот так. Вот тут желтое. Вот синее сюда, например. Обменяли с этим. Ну вот эту синюю отправим вот сюда. Заменим ее вот здесь вот сначала. Вот эту красную вот сюда. Так, ну здесь вот уже в конце, когда остается, тут уже придется применить нам эти повороты. Вот поставить вот сюда нужно. Опускаем ее вниз. Право подняли и заменили. Отсюда мы не можем поставить сюда, так же как и отсюда, поэтому перекинем на другую сторону. Поменяли и уже перекидываем вот здесь. Вот у нас собрались все центральные элементы. Дальше собираем, как обычный скьюб. Ставим 4 угла. Вот, у меня сразу собрался. Может получиться так, что вот у нас внизу белый собран. Вверху, вот смотрите, если два желтых смотрят вверх, значит есть обязательно вот такой вот угол, который будет справа. Тут слева, тут нету, и вот справа. Тогда держим вот так, как я держу, и делаем пиф-паф. Вниз, вниз, вверх, вверх.
Поворот кубика на 90 градусов и еще один пиф-паф. Вот все углы на своих местах. Или может быть вот такая ситуация. Наверху у нас нет ни одного желтого. Значит, находим, где два желтых вот так вот расположены. Это будет одна единственная сторона. И держим их в правую сторону. И делаем один пиф-паф. Вниз, вниз. Вверх, вверх. Все. Все на своих местах. Дальше, значит, будет два варианта проворотов. Один из них будет менять вот эти два между собой и два боковых между собой. И другой вариант будет, значит, вот этот центр отправлять сюда, этот сюда, этот сюда. Вот тут нужно смотреть, какие варианты вам удобны. И решить. Ну вот зеленый сюда, значит, этот пойдет у меня сюда, красный назад, этот пойдет сюда. Значит, пиф-паф, вниз, вниз, вверх, вверх. Поворот на 180 градусов и еще один пиф-паф. Вниз, вниз, вверх, вверх. Так, смотрим, что у нас теперь. Так, ну я хочу вот эти два поменять местами. И у меня поменяются вот эти два боковых. Для этого три пиф-пафа, не переворачивая куб. Раз. Два. Три. Так. И осталось у меня три несобранных центра, вернее, не на своих местах. Мне нужно держать так, чтобы, вот смотрите, оранжевый я хочу отправить. Вот тут он мне не нужен. Вот. Белый отправится к белым углам. Вот. Оранжевый придет сюда, желтый придет сюда. Эти у меня уже на своих местах. Значит, один пиф-паф, вот вниз, вниз, вверх, вверх. Поворот 180 градусов, вниз, вниз, вверх, вверх. Все, скьюб собран. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за внимание.